Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов. И только посмотри, как круто этим утром. Красивые люди заходят в гости, оу, да. Владислав Топалов и Регина Тодоренко, да. Yeah! Доброе утро, ребята, привет! Ребята, здравствуйте! Доброе утро! Это для вас, с лучами любви и тепла, здравствуйте! Наконец-то! Наконец-то вы у нас, наконец-то мы дождались встречи. Как добрались, рассказывайте? Добрались ужасно, с пробками, мы поругались, поссорились. Я сказала, уезжай сам! Хотите, мы между вами сядем как-нибудь, чтобы... Да! Это, знаете, на самом деле идеально, что так все произошло этим утром, потому что сегодня мы подготовили для вас тест на любовь. Самое время, спасибо, ребята. Обстоятельства идеальны. Ну и для всех наших слушателей. Сегодня у нас в гостях звездная пара, украшение радио и телеэфиров, певец, танцор, актер и бизнесмен Владислав Топалов. Телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа Регина Тодоренко. Доброе утро всем. Очень рады вас видеть. И, конечно, мы поговорим сегодня о семейном счастье. В чем секрет вашего семейного счастья? Не убить друг друга. Всегда тонкая грань, да? Как прикольно. Нам повезло сегодня. Ну, конечно, послушаем вашу песню. Сейчас уже, к сожалению, нам нужно прерваться на рекламу. Сразу после нее начнется ваша песня. О ней и мы поговорим. Красавцы Лав Радио. Красотища-то какая. Какая классная песня. Красотища и цветистости. Хочется добавить ее, подчеркнуть. Конечно же, Регина, прекрасная наша. Будьте любезны, мой коллега, дорогой Никита. Регина, это специально для тебя. Ой, спасибо огромное. Боже, так приятно. Благодарю. С днем всех влюбленных вас. Конечно, с днем всех влюбленных. Наши милые, пускай любовь будет в каждой секундочке, в каждой минуточке, в каждой клеточке и вообще в каждом дне, не только сегодня. Вот что значит профессиональная ведущая. Сразу находится спич, который как будто отрепетированная речь. Влада мы гарантируем крепко-прикрепко обнять, конечно же. А прямо сейчас Влад, между прочим, занят. Мы увлекли ребят тем, чтобы заполнить ответы на тест, на любовь, который будет впереди. Но сперва, конечно, о вашей песне. «Давай мы с тобой вместе навсегда», «Километры, часовые пояса», «Самолеты», «Авто», «Звезды Ориона». Вопрос такой, справедливо ли предположение, что эти слова родились, когда вы в очередной раз были не рядом из-за работы? Абсолютно. Слушайте, мне кажется, это наш автор нас так почувствовал, Даша Кузнецова. Да, родной? Да. Доброе утро, любимый. Как настроение? Я вижу, что хорошее. Хочешь поговорить об этом? Может быть, психолога позовем? Ладно, расскажу правду. Да, мы когда ехали сюда, мы поругались, поэтому мы, собственно говоря, задержались. А задержались мы, потому что я постоянно опаздываю. Я мыла ребенка одного и второго, потому что первый старший обкакался. В общем... Катастрофа просто. Утро не заладилось вообще. Когда тебе нужно выезжать, уже одеваться, я говорю, почему ты мне не помог? Он мне говорит, я был занят, не мог тебе помогать, я и так тебе все время помогаю. Я говорю, нет, сегодня именно надо было больше, чем обычно. А что ты хотел, чтобы я делал? Накрасил тебя? Это идеально. Вот в день всех влюбленных именно с таким настроением идеально, чтобы появились в нашей студии, потому что дальше у нас тест на любовь. Обожаю. И, кстати, можно отметить, что кто-то, например, проспал на эфир, а кто-то эфир про... Прокакал! Да! Ой, так, ну, знаете что, давайте еще поговорим. У нас тут страшный заголовок выскочил вчера в новостной ленте. Так. Регина Тодоренко и Влад Топалов исполнили песню о расставании. И мы такие, не может быть, ведь песня действительно есть, и она такая страшная. Казаться жутким может показаться содержание для тех, кто влюблен в вашу пару. Развейте сомнения. Слушайте, но на самом деле последнее время... Я получаю постоянно в социальной сети комментарии такие: вы расстались, вы разошлись, почему Влада совсем нет в твоей жизни? Почему ты не выкладываешь фотографии с Владом? А я так думаю, блин, мне так хорошо от того, что я не выкладываю фотографии в нашей паре. Мы просто классно наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в социальных сетях. В общем, просто кайфуем друг от друга, наслаждаемся. Но не сегодня, пометка. Вот. И эта песня, она же родилась у автора... неизвестного Ромы Сталюка, и мы исполнили эту песню на ТНТ, это такой классный проект «Конфетка». Знаем. Нам посчастливилось, правда, поучаствовать там, и вот почему-то продюсеры почувствовали, что именно нам подойдет эта песня. Хоть она и не о любви, но в конце мы все равно друг другу в любви признаемся. Я говорю, что я люблю тебя в любом случае, несмотря ни на что. Ну, вот конкретно почему именно на вас пал выбор, они не сказали? Так почувствовали, да, что... не помнишь? Понять не имею.
Ты многословен сегодня. Влад, ну что, надо размораживаться. Что-то у вас... У меня нормально, у вас просто прекрасная беседа, я не хочу мешать. А нам хотелось бы, чтобы ты тоже был частью этой беседы, потому что мы уже вместе, вы же целый союз. Влад, ну расскажи, насколько тебе вообще близки такие песни? Вот такие вот трогательные, печальные. Мы знаем, конечно, что таких песен было немало, но вот сейчас ты быстро проникаешься таким материалом? Получаются-то они у тебя роскошно. А проживаешь ли ты каждый раз, скажи? Благодарю. Во-первых, хочется, правда, да, сказать спасибо Роману Столяку, который написал эту песню. И, конечно, всей команде, кто с нами работал. Песня мне лично очень понравилась. И мне показалось, что она у нас хорошо получилась. Такого рода музыка мне нравится. Такого плана слова мне нравится. И как-то все вот оно сошлось. И, ну, вот слово «прочувствовал», наверное, какой-то он слишком... Мне было очень комфортно ее петь. Мне было очень комфортно ее петь, вот я так скажу. Хочется сказать, что, учитывая, что вот вам нравится материал при поступлении, и потом то, что получается, это восторг. Мы подпеваем, вы сами видите все прям по чесноку. И, ребята... Ну, кстати, то, что получилось, мне не понравилось. Да, серьезно? Вот где-то здесь уравнение дало сбой. Просто перфекционист. Нет, как не понравилось, я сейчас расскажу. Мне не дали возможности сделать, как я хочу. Я очень просил, но мне не разрешили сделать нормальную аранжировку, и я сильно расстроился. Можно я процитирую? Песня могла быть сильно смотрим лучше. Мы, значит, эфир. Понятно. Аранжировка. Говно. Спели. Говно. А я сижу... Спели неплохо. А я сижу и чувствую, что у него по ноге мурашки бегут. Я такая, да уверишься в своих словах? А мурашки-то бегут? И он такой, ну ладно, хорошо все получилось, красиво в эфире. Я просто видел... в кавычках видел, как это может быть в итоге. И расстроился, что не дали сделать так, как хотелось. А, ну это, знаете, как в кино получается. Есть видение режиссера, есть актерское видение, и актеру не дали реализовать свой потенциал, ну, условно. Да. Эй, товарищ режиссер! Пожалуйста, повнимательнее. Давайте в следующий раз. Да нет, никто не обязан с моими желаниями считаться. Есть заказчик, есть замечательные продюсеры, телевизионщики, люди, кто делают проект. Им точно виднее. Я не говорю, что они сделали что-то не так или что сделали плохо. Я говорю, что мне не понравился субъективный результат. Я бы сделал по-другому, и мне кажется, что моя версия была бы послезливее, побрутальнее. Зато зрители оценили очень даже высоко. Это очень приятно, правда. За что им большое спасибо. Да. А давайте перейдем к первому нашему тесту на любовь, такому музыкальному, даже не связанному с анкетой. Сейчас Никита объяснит. Тест на любовь. Итак, первое задание теста на любовь будет очень простым. Сейчас мы предложим вам на счет 3 вместе, одновременно, и начать припев вашей любимой песни. Той песни, что связывает конкретно вас двоих. Вы, не сговариваясь, сейчас должны в эту песню начать напевать. Это будет забавно. Не переглядывайтесь, в этом-то и фишка. Какая песня является именно вашей и вашей коронной песней, вашей пары? Я знаю. Давай на раз, два, три. Давайте, раз, два, три. I'm love with the shape of you. Ну, из близко, я хотел спеть Эда Ширана, но Perfect. А, baby, you look perfect. А почему? Это наша песня, под которую это первый танец на свадьбе был, господи. Ну, мы танцевали на свадьбе и по другую песню. Да, Moon River. А давайте ее туда и начнем на счет 3. Раз, два, три. Moon River. А дальше мы не знаем. А на монтаже получится, как будто бы первое задание пройдено. Красавцы Love Radio. Как и обещали, будет тест на любовь. И вы уже дали свои ответы, заполнили анкеты. Вы не видели, что отвечает каждый. И поэтому пора бы уже опросить вас. Так. Тест на любовь. Ну давайте, поехали. Сейчас Регина у нас будет... Влад, ответь, пожалуйста, давайте, на вопросы, которые мы задали Регине. Легко. По какой фразе Влад поймет, что перед ней, ты, а не твой клон? Еще раз. По какой фразе ты поймешь, вернее, Регина поймет, что перед ней Влад, а не твой клон? Бэр, это я. Почти. Почти. А какой там ответ? Куриный Бэр. Куриный Бэр. Хорошо, следующий, значит, вопрос для Регины. Регина, скажи, что точно никогда не будет есть Влад? То, что ем я. Червей там, насекомых. Морских ежей, может быть?
И морских ежей тоже, гадов всяких. Вот, и здесь такой ответ морских ежей. Ну, в принципе, подходит. Какой у тебя богатый рацион. А вот эта мука из кузнечиков уже стоит у тебя целая пачка? Да, откуда ты знаешь? Я из Мексики притащила. По дому у вас ходят ночами, это мы. Так, Влад. Эти скрипы на чердаке, да. Любимый музыкальный исполнитель у Регины, это кто? Кроме, допустим... Эд Ширан. А еще подумать, если... Еще подумать. Джастин Тимберлейк. Ну да, Регина сигнализирует, что да. Но а, Фредди Меркьюри. Да! Ничего себе! Ребята, вы большие молодцы. Пока тест идет на ура. Хорошо, вопрос для тебя, Регина. Чем займется Влад, когда останется один? Тут целый список разных ответов, но, может быть, ты попадешь хотя бы... В смысле, когда останется? А без меня? Когда я умру? Нет. Ну нет. Ты, допустим, поехала поработать, а у него сегодня выходной. У нас бы так и звучало просто. Что будет делать Влад, когда ты умрешь? Ну мы же не совсем... себе в свой момент. Я, знаете, сразу подумала, ты просто еще не договорил вопросы, а я подумала, что я уверена, чем я знаю, чем он будет заниматься. Он будет выпиливать лодки. Где-то далеко-далеко. Как круто. Да. Это на пенсии, если вдруг, но мы не говорим это когда ты умрешь. Да-да. Я думал, мы вместе начнем. Одновременно. Нет, ну, к примеру, ты уехала с детьми. Да. Ну, куда-то с родителями, с детьми там вместе отдыхать. А он один. Он приехал со студии, вот остался один дома. Но ты жива при этом. Он будет либо работать, либо смотреть сериалы. Либо. Ага. Либо смотреть сериалы. Еще. Либо сериалы смотреть. Ну, окей. Смотри, здесь были ответы: гитара, диван, значит, кино, еда. А самым первым был сериал как раз. Ладно, это попадание. 100%, да. Влад, скажи, где бы, как ты думаешь, Регина хотела встретить старость? Место какое-то, конкретная локация? Регина хотела бы встретить старость. Рядом с тобой. В Новой Зеландии где-нибудь или в Канаде? Ну, почти. Нет. Ну, не близко, не там. Ну, давай, ну ты можешь. Я могу понятия не имею, где Регина хотела встретить. Аляска. Я так люблю это место, и ты его тоже любишь. Аляска там, кстати, дольше стареешь. Травы такие специальные, к мясу хорошо они. Да, мы это, кстати, никогда не обсуждали. Албания! Нет. Нет. Конго! Чад! Пакистан! Курган! Ливан! Я не знаю. Ты знаешь, у нас там свадьба была. И это ответ. Буркина Фасо. Италия! Италия, конечно. Я так хочу. А у тебя есть еще вопрос? Есть еще один вопрос. Итак, поехали. А чего там смешного? Что, Регина, что тебя раздражает, по мнению Влада? Что тебя раздражает? Нет, что нет, раздражает что Влада? Раздражает меня, да. Что раздражает Влада? Сам все, запутался в собственном тесте. Что его раздражает? Влада? Вот, что может Влада раздражать? Во мне? Нет, нет, просто что раздражает? Посмотри на него. Сейчас, сегодня. Все. Абсолютно точный ответ! Красавцы Лав Радио. А вот и вторая часть. Ребята, здесь мы вам предлагаем заканчивать строчки. И мы вас будем помещать в разные обстоятельства по очереди. Влад будет отвечать, как будто бы, как бы поступила Регина или он сам в определенной ситуации. Регина, та же история для тебя. Ну вот, давайте с Влада начнем. Ты готов? Так, подожди. Да, конечно. Значит, кто читает первый? Ну, в смысле, из нас двоих? Да. Ну, давай, я начну. Ты читаешь, Я отвечаю, как будто, как бы ответила Регина, на мой взгляд. Не-не-не, мы сейчас, смотри, вот, смотри, мы, допустим, представь, Регина идет по крыше и видит, что летит ворона. Что она сделает? И ты как бы говоришь, что она должна быть. Мы читаем начало фразы, а ваша задача просто подхватить и закончить эту фразу. Вот так. Друг за друга. За Никиту. Вот Никита начинает, как бы говоря про Регину. Про ворону я говорю, как бы ответила Регина. Да, давайте попробуем. Сейчас попробуем. Давай, поехали. Как ты знаешь Регину? Никита. Если вдруг у нее закончатся чипсы, то мне придется... их купить для нее. Отлично, хорошо. Если на отдыхе в Азии на ночной дороге на нас бросится крыса, то он... убежит. Абсолютно точно. Абсолютно. Брошу всех детей. А я брошусь на крысу. 100%. Я бы хотел посмотреть. А есть видео? Так, если она решит заниматься вольной борьбой, то мне не останется выбора, кроме как... развестись. Когда мы готовимся смотреть фильм ужасов, то он, конечно, первым делом... заказывает чипсы, попкорн и все, что... А, кока-колу.
да? Да. Записали. Ребята любят, значит, пиццу, бургеры. Пармиджано. Список большой. Значит, вы не боитесь смотреть ужастики? Нет. И смотрите ужастики? Да, конечно. А мы когда мы смотрели ужастики? Мы не смотрим ужастики. Ну, давно. Нет, кажется, мы стали забывать, когда мы последний раз смотрели ужастики. Да, это хорошо, это приятно. Влад, если вдруг так случится, что мне не понравится ее блюдо, то я буду вынужден... Все равно его съесть. Ну и финалочка. Регина, если он забудет про мой день рождения, то тогда... Я ему напомню. Красавцы Лав Радио. Ребята, ну как вы, проснулись с нами вместе? Да, да. Конечно. Ну, знаете, посмеялись мы сегодня уже от души. К сожалению, нам нужно заканчивать наш эфир, потому что поджимает наше время. Но оставили мы люфт, оставили слот для важного и серьезного разговора. Разговор в тишине. Регина. Да. Скажи, пожалуйста, что такое любовь? Вот вы заставили меня сейчас задуматься. И я даже немножечко, ну, тот себе написала, набросала, что такое любовь в нашем случае. Любовь — это когда ты в 6 утра забираешь детей, чтобы я отдохнула. Любовь — это чай с любовью каждое утро. Любовь — это приготовленная твоими руками самая вкусная яичница и английский завтрак. Это твое терпение, когда я опаздываю на час на важную встречу и даже на лап-радио. Любовь — это мы с тобой. О, это так мило. Влад, что такое любовь? Вы уверены, хотите, чтобы я отвечал? Сильно хотим. Слушайте, любовь — это счастье. Это то, что дает второй шанс в жизни. Любовь — это радость. Любовь — это крепость. Сегодня у нас в гостях потрясающе красивая пара. Селебы и такие милаши. Регина Тодоренко и Влад Топалов. Спасибо. Сегодня светило, как будто встали в ряд. Там гости ворвались, Регина и Влад. Они крутые, вне сомнений, мы их очень любим. Приходите к нам почаще, рады будем. Спасибо вам огромное. Очень приятно было вас видеть. Извините, что чуть опоздали. Да ничего страшного. Зато как смешно посидели. И в качестве реабилитационного момента обязательно ждем еще раз гостя. Обязательно приедем. Всем прекрасного дня и не обкакайте его сегодня. Всех ждем, всех влюблен. Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов.